Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растение против зомби 2». Ну что, поехали на ивент. Быненько с тобой пробежим, надеюсь, его. И будем дальше смотреть, что у нас есть на ежедневках. Так, ну что там, обычные зомбари, зомби с бочкой, плюс летун. И ничего страшного нету. Воу-воу-воу. Так, пиратики пошли. Ну, я думаю, что мы тут с ними быстренько сейчас разберемся. Плюс удобряшка выпадает. Шикарно. Так, а вот это вот зачем мне? Ну ладно, я поставлю, конечно, эти фасоли сюда. Раз уж такое дело. Я, кажется, понял. Друзья, понял. Так, пора, наверное, влуплять. Что-то их слишком тут много, тебе не кажется? Ух. Погнали. Справляемся, да вроде как, да? Все равно что-то их как-то многовато, по-моему. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты посмотри, а. Ух, как люто. Люто, ребята, давят нас, просто люто. Так, удобрение дайте мне, пожалуйста. Дайте, говорю, удобряшку. Кто там, не показался? Там Гаргантюа шлепал. Не, наверное, показалось. Ты посмотри. Бочку откинули, правильно. Нечего бочки здесь делать. Так, а что если я вот так вот делаю? Да, всех откидываю назад, правильно. Там им и место. Угу. Слушай, ну мы отбились, и слава богу. Если сейчас дадут мне вторую попытку, я, пожалуй-ка, сыграю. Деньги, сам понимаешь, нужны. Денег осталось вообще 400 золотых. Никуда не годится. Мне нужно побольше, побольше в разы. Ну что, давай вскрывать. Возьмем здесь. Ага. Бомб-гранат 10,3. Плюс 1500 голды. Ну что, была не была. Попробуем. Слушай, ну все прокатило. Видимо, починили все эти баги и ошибки, которые были раньше. Так что все отлично. Тут-то, конечно, все вначале легко и просто. А вот потом что-то начинается какой-то трешняк, если честно, идти. Просто трешняк. Можно, конечно, всех вот этих вот откинуть. Я даже не знаю, что лучше здесь применять. Ульту или все-таки их откидывать просто-напросто? Наверное, все-таки... Даже не знаю, наверное, все-таки откидывать. Или ульту. Откидывать. Так, давай сюда вот будем ставить все-таки поближе. Ну-ка, отталкивай их. Так, мы их типа сбрасываем всех, скидываем. О, здесь вообще их, смотри, сколько. Сколько там их прет. Посмотри, полюбуйся просто. Просто полюбуйся. Просто орды. Сразу вспомнил игру этот. Как она называется-то? Забыл уже. Days Gone. Когда эти там орды-то идут. Тысячные, так скажем. Слушай, ну тут вообще быстрее. Надо было все-таки, наверное, не на грохострелы, да, ставить на тройник, а именно на наши фасольки. И все. Тут вообще на изи прошли. Круто. Даже без напряга. Так, грибочек, минка и тыщенка. Ну все, здесь мы с тобой ежедневочки все эти сделали. Пенни пурсует, говорит, загляните к ней, да, типа, есть для вас задание. Кстати, да, мы к ней не заглядывали давненько. Там, наверное, что-нибудь все-таки есть для нас. Так, здесь забрать все. 3 кристалла.
Ну что мы тут видим с тобой на ивенте? Я вижу здесь пак, который можно разыграть. Пойдем, поехали. Попробуем его заслужить. Не знаю, что там в этом паке будет. Воу. Курабойщики. Угу. Так, бомб-гранат везде, да, здесь у нас идет? Ну хорошо. Насколько я помню, куры боятся, да? Да, вот это, по-моему, ни шиша не боится. Когда я взорву его. Куда ты мне своего хлыщеныша подбрасываешь? Так, куры, куры, куры бегут. Куры бегут, но не добегают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да как же так-то? Как же так, друзья? Да тебя-то тут еще тут не хватало только. Так, погоди секундочку. Да блин, он даже мне не дает ничего. Применить. Понимаешь? Да дуплись ты, а. Достал просто уже. Взрываем там все. Угу. Держи карман шире, парень. Шипы. Отлично, так, здесь у нас везде вроде бы как есть курицы, да, получается. Опять он своего этого шалопая выбрасывает. Так, надо кое-что сделать. Подорвали. Ну-ка назад. Взорвался. Блин, а вот с этим-то что делать? Сейчас попробуем. Замечательно. Так, а вы далеко собрались? Граждане зомби, а? Идут они там, понимаешь ли. Делаши. Лежать, отдыхать, спать. Так, ну что, 3000 монеток у нас уже есть. Окей. Ну все, 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 я понял. Замечательно, переходим. Так, подожди, вот. Переходим к следующей битве, смотрим. Ну, давай, давай, прогружайся быстрее, я хочу. Ё-моёшечки. Ну, давай я поставлю сюда мину. Цитроны. Лазербины. Все как полагается, да? Ой-ой-ой-ой, идет, 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 идет. Транспорт. Насколько помню, их только может пробить именно лазербин. На остальное им глубоко плевать. Так, куда ты там разогнался, а, парень? Иди-ка отсюда, катись колбаской. Не понял, почему это... Все. Слушай, если нам дают здесь бомб-гранат, мне кажется, что здесь будет как раз бомб-гранат. Я могу, конечно, и ошибиться. Но, скорее всего, так и будет. Ну, ты посмотри. Видишь, что вытворяет? Вот такой вот он чудик.
сюда бомбанем. Распластался. И последнего зомби мы с собой тоже подбили. Через цитрон. Так, награды наши. Зомби ваши. Ну что же, двигаемся дальше, конечно же. Третий этап из пяти. Покажите мне, пожалуйста, что у нас тут, блин. Нельзя, чтобы раздавили, да? И это Египет, зомби египетские. Начну, наверное, вот так вот. С минок. Сразу же. Абсолютно сразу надо начинать с этого дела. Ох, как им не нравится, да? Да, да, мы так припаримся сейчас бомбить-то. Е. Так, надо сюда, наверное, выставлять. Поближе. Так, мины. Так, ну давай, ладно, мины, фиг с ним. Идут, идут. Блин, ну с этим-то разберетесь вы или нет? Вот же зомби прет. Есть, успели. Успели мы его шваркнуть. Здравствуйте, приплыли. Вот так вот. Не понял. Вы-то еще тут откуда взялись? Эй! Нормальный расклад? А, ребята? Хавает, хавает, хавает. Смотри. И чего? И как? Не, ну это, по-моему, ребят, чересчур. Это перебор. Они толкают. На... Просто вот на эту лужайку толкают зомбари. Как я тут должен, извини меня, защитить их? Фи. Это, конечно, тупость. Тупость полнейшая причем. Извини, конечно, но... Я не знаю. Это придумали они здесь, а? Ладно, пока подождем. Или что, не предлагаю, чтобы я эти бомбы применял в самый последний момент? Ничего подобного, такого не должно быть. Такого просто быть не должно. Так, вот здесь это... Блин. И тут, и там. Такс. Идет, 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 ребят, идет. Как пробивать-то вот так вот? Больше никаких вариантов я не вижу. Ну, допустим. Ну сейчас же пойдут эти динозавры. Ну вот, 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 пилот. Ну наступит же сейчас. Трэш, трэш. Блин, что, неужели придется применять заклинание? Да не хочу, я же решил накопить деньги, а не потратить. Что не так-то? Это только третья миссия. Вон там они стоят, эти динозаврики. Видно их. И дают они, конечно, мне. Дали бы хотя бы, я не знаю, там отталкивающие какие-то растения. Че это они дают мне? Не знаю, ребят. Минами я тут должен одними как-то успеть все это сделать.
Не знаю, ребят. Бомб-гранат. У добряшки это, конечно, все хорошо. Все очень круто, все это нормально. Так, дай сюда. Но когда их идет такая вот армада, что ты прикажешь вот здесь вот делать? Я ума, например, не приложу. Ну, поставишь ты мины. Поставишь мину здесь. То есть их нужно как-то вообще моментально сносить, еще до того, как они вообще появятся. Понимаешь? Как-то вот так вот. Вон они уже ползут. Я не знаю, как-то вот так вот надо. Еще давай, Гаргантюа, сюда. Ну, правильно, а что, почему бы и нет? Ёк-макарёк. Трэш какой-то. Ну, я вроде как справился, ребят. Или это мне просто так кажется? Нет, по-моему, справился. Сейчас вот с этим только разберусь. Фух. Нифига себе, с третьей попытки, ребят, получилось у меня здесь справиться. Офигеть, этих прислали сюда, буржуев мне. Вредители. Подкидывают неприятности. Ну что, погнали. За... на очередной уровень. Зомби-садовод. Зомби в дупле. Лучше не придумаешь. А лужайки шипасты будут? Нет. Эндуриан только здесь у нас стоит. Куда ты вот прешь? Ну куда ты вот прешь, а? Так-с. Что-то у нас тут будет вообще жестяк, по ходу дела. Судя по тому, как тут все это идет. Эй, еще и толкуны, тихо. Давай без толкателей, а. Конечно, без толкателей, будут тебя тут без толкателей. Давай плодить. Эндуриан это, как бы сказать, не самый лучший вариант. Именно по защите, если брать. Я бы тебе сказал, даже совсем не лучший вариант. Еще и эти. Так, пираты Карибского моря тут появились. Погнали. Будем справляться? А у нас выбора нету. Так, эти толкатели сейчас. Дай-ка я их уничтожу. Угу. И здесь. А там у нас еще, я слышу, и Гаргантюа вроде как пиликает, да? Так, точно. Давай, заряжай. А, все. Ну, этот уровень, наверное, был попроще.
Я больше боялся здесь вот этих вот, которые в бревне идут, которые выпускают потом своих хомяков, этих сурков, блин. Но, как удивительно, мы с ними расправились довольно неплохо. Ну что, пошли, последний у нас поединок. По-моему, если проходим, то пиньята будет наша. Не проходим, будем проходить до тех пор, пока не пройдем. Так, здесь у нас клоунада есть. Я ее там уже увидел, приметил, так скажем. Бананы. Бананы. Да. Не самый лучший вариант, ну-ка. Так, стали. Стали, давай замедляй тут всех, а ты бомби. Конечно, тут лучше всего уничтожать, друзья мои, клоунаду. А зачем мне вот этого дали? Чуть не пойму. Понял. Теперь понял, зачем. Куда этот фронт разогнался, не пойму. Я его и не увидел. А он идет себе втихаря и идет. Так, стоп, малышня. Так, стали, давай. Ух. Почему не сработало? Да господи, а этот еще тут со своим сейчас танцоров тут будет. Давай его быстрее. Никаких, чтобы тут танцулек не было. Хоп-хоп-хоп-хоп. Вот тебе хоп-хоп-хоп. Куда ты ползешь, а? Так. А, в отключку их. В отключку, я сказал. Так, этих накрыть. Этого. Этого вот так вот. Ну что, вроде бы как бы получилось у нас все. Друзья, все отлично. Сломался. Прошли же, прошли. Ну и что там за пиньята? Что там нас ждет в ней? Покажите, пожалуйста, будьте так добры. Забираем. Разбиваем. Так, электрический камыш. Окей. Эндуриан. Лава-гуава. Бомб-гранат. Ага, луковицы, боулинг. И все? И все? Ну ладно. Эх, маловато будет, маловато. Я тебе скажу. Так, ну что? Это мы с тобой прошли. Зайдем-ка мы, наверное. Что у нас тут? Заберем 2000 голдишки. Пойду-ка я зайду на огород, посмотрю, что у нас там созрело. Деньга есть. Электрокамыш. Так, посадим. И польем. Ну что, Жужу, тебе только одно растение поливать надо. Тебе везет сегодня. Не поливать, а опылять. Все. Ну что, давай заглянем в Пенни Пурсуит, наверное, да? Посмотрим, что там у нас творится. Так, где у нас там это Пенни-то? Что-то тут я ничего взять не могу. А вот и Пенни. Покажите. Да, есть какие-то определенные события.
Так, тут бомб-гранат. Какой уровень? Четвертый? Ну, давай я попробую. Я не говорю, что пройду на 100%, но посмотреть я должен. Покажи мне, пожалуйста. Что ты так долго думаешь? Уничтожить 35 могил? Хм. Что все задания? Уничтожить 35 могил, говорят. Ладно. Так. А что такое? Что произошло? Спрятался такой, да? Рыцарь. Звезда. Давай бомбану, что ли, тогда уж. На худой конец. Да, звезда здесь не очень сильно бомбит. Но если вот так, конечно, звездануть, ребят, то это будет нормально. Если вот именно в таком вот положении. А этот, интересно, будет подбивать или нет? Ну вот куда вот он летит? Вот куда вот ты летишь, а? Упал. Упал, отжался быстро и сказал: нате вам всем, супостаты вы эдакие. Давай-давай там в спину ему. Ты джу-джу-джу. Ой-ой-ой-ой-ой. Заморозочку, чтобы он там. Что они там хавают? Что-то хавают непонятно чего. Слышишь, что такое? А, они, наверное, защиту уже, точно. Прогрызают нам защиту, друзья мои. Ой-ой-ой, куда ты? Куда ты разогнался-то, парень? Еще и быки. Еще и буйволы здесь. А цветочки задевают все? Кранты сразу, да? Или не кранты? Сейчас проверим. Нет, ребят, не кранты, но, насколько я помню, это будет не очень приятно. Ой. Так, ладно, здесь уничтожат их. Но я не знаю, как тут с этими звездочками. А, я же вспомнил. Я же взял усиленную, как тебе сказать. Сложность взял большущую. Не по силам, так сказать, себе, да? Ну да. Не по силам для себя я ее взял. Ношу. Непосильную. Хорош там блялякать мне. Да что-то еще не конец, что ли? Ё-моё. Еще не конец, друзья мои. Ну чё, давай так, наверное, бомбанем. Жги. Да уйди ты. Не, ребят, ну... Давай вот так вот сделаем с тобой. На дорожку. А этот зомби идет, да? Не пройдешь, гаденыш. Не пройдешь. Врешь, не пройдешь. Все. Бомб-гранат, 5 штук мы с тобой забираем. Ну, потратил, конечно, денежку, ничего тут не поспоришь. Но зато прошли. Дальше что у нас идет? Тут, ребят, я выбираю деньги, естественно. Монетки все-таки нужно отбивать, тем более потраченные нами. Так, смотрим, что у нас тут сейчас выдадут. Упс. Упс. Так, так, так. Наверное, взять надо солнечную энергию. Ого. Так, ну зато все типа под ультой. Значит, тут есть, блин, спортивные зомби бегущие, да, там есть.
какие-то новые зомби, которых я еще и не видел даже. Джека, может быть, возьмем. Виноград. Да, блин, я даже не знаю. Ну давай вот так, наверное, еще. Летающие летуны, так. Летающие летуны. Что? Летающие летуны. Вот это, наверное, взять надо. И... И ума не приложу. Что еще тут можно взять? Сдувать. Тут еще зомби с этим идет. Ну как лучше-то? Ну давай рис возьмем взрывной. Ну я не знаю. Попробуем такой вот командой. А, поставил, блин. Давай-давай, оттаивай всех их. Да, быстро вы тут начали, конечно, сразу же бомбическую атаку. Так, солнечной энергии дофигища нам надавали. Рис, все дела. Так, а я про комочки-то про эти совсем забыл. А ну-ка давай-ка. Виноградик туда им. Бабах. Ставим вот это вот. Естественно, сразу уменьшаем их там всех. Но это, конечно, хорошо, когда у тебя растение под ультой. Согласись. С ультой-то что не играть-то? Мята вот, когда у тебя готовая есть. Вот так вот ее. Бамс, бамс, бамс. Они там все. Он бегом бежит. Но не добежал. Взрываем, конечно. Джек, давай, выходи, влази. Просто имба. Ты посмотри, какая тут презентация. Еще когда ты вот так вот уменьшатор ставишь, вообще топово. Уменьшенные они вообще ничего не могут сделать. Вот все. Забираем с тобой энергию. На них уменьшаторах можно играть. Спокойно. Да. Просто круто. Так, рис активируем. Все? Все. Ну, естественно, 800 монет моих. Прокачка типа уровня 1, да? Окей. Ну, 800 монет я своих отыграл. Двигаемся дальше. Что у нас тут? Тут опять же бомб-гранат, 4 уровень противника. Не знаю, ребят. Тысяча. Тысячу. Я хочу 1000 заработать. Ну, бомб-гранат, конечно, тоже бы мне не помешал. Ну, давай, показывай. Кто там, что там? Блин, ну ненавижу вот это вот, ребят, растение. Если честно. Ой-ой-ой-ой, что там? Хм.
Это у меня... Они сами под ультой или что? Я что-то не могу понять. Пенек. Так, тут птички. Ага, тут еще эти. Ё-моёшечки. Так, нам надо будет, наверное, с тобой взять еще лужайку шипастую. Или как? Да нет, вот этого, наверное, будет достаточно. Угу. Пузырь. А раз пузырь, значит, здесь нужны нам... Так, а где? Вот, каменные шипы возьмем. Каменные шипы. И чё? И чё дальше? Виноград? О, подожди, виноград. А мне... Подсолнухи нужны же? Они запрещены здесь. Хм. Они здесь запрещены. Ну, давай виноград возьмем. Чё, поехали? Тюх. Выставим, наверное, сразу вот так вот. И шипы. Сто процентов нам они пригодятся. Ну чё, поехали, запускаем, да? Так, пока не будем ничего делать. Или будем все-таки? Слушай, а тут заморозка, наверное, будет, да? Будет замораживать. Надо было, наверное, мне взять эти огненные растения, скорее всего. Что-то я как-то не подумал. Погоди секунду. А солнца больше не будет? Я вас правильно понял? Да. Вот она моя, ребята, ошибка. Тут сейчас нас запинают. Видел, там чудики выходят, которые комками бомбят. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что же они тут вытворяют? Давай, растения мои, выходите. Да что ты... Реально так делаю. Ой, зря, да? Все равно. Все равно, ребят, мы здесь не пройдем. Нет, но если мы доживем до последней волны, то пройдем, ребят. Потому что вот сейчас они все выйдут. И их наши вот эти вот бобры всех поуничтожают. Что, скорее всего, и получится. Да. Именно вот таким вот образом и выйдет у нас. Это же последний зомби, последний. Вот их сейчас каждого, можно так сказать, и уничтожат. Ну и все. Такая музыка. Ну давай, давай, добивай этих последних зомбарей. Я вот, правда, не знаю, прошли. Это считается, как будто мы прошли или нет? Вот что мне хочется знать. Да, мы прошли. Ну и слава богу. Так, а энергия? Энергии больше, к сожалению, нету. Три кристалла забираем. И все. Больше у нас ничего нету. На имя так нет. Единственное, что можно сходить еще на арену глянуть. Давно я на ней не был. Очень давно.
5000. 5000 разве кому-нибудь помешает? Я думаю, что нет. Поехали. Ну, против К. Ну, что я тут вижу? Зомби-садовник, значит, нам нужно с тобой брать. Обязательно, кто будет бить поверху. Да? Бить поверху, это, то есть, вот, типа, яблоньки. Возьмем мину. Хм. Бомб-гранат взять, что ли, еще? Я не знаю, ребят. Или голдблум. Голдблум, наверное, я. Давай так попробуем. Давай рискнем. Надо просто попробовать, посмотреть. Что тут, кто тут? Как тут? Поехали. Голдбум сразу используем. Так, не будем пока ничего тратить. Куда ты, супостат, разогнался? Скажи-ка мне на милости, а? Правильно. Поджаривай их. Еще вот так вот сделаю. Чтоб знали свое место. Ну, Джек, нормально так палит огнем. Так, голдблум уже созрел. Ну и куда вас столько много разогналось? Ну-ка. Бомби, бомби, бомби. Так, последние там 15 секунд у нас идут. Мне даже... Блин, ты посмотри, а как он там? Как он на последних секундах? Ну потому что, ребята, у меня почему-то зомби здесь не оказалось, понимаешь? Просто не оказалось зомбарей. Смотри, что происходит. Ну-ка. Давай, 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 на последних секундах. Есть. Да, ребят, мы его опередили. Что там он? Ну и как вот ты вот объясни мне, как он набрал 346 за счет вот этого вот? Вот объясните мне, пожалуйста, на милость. Не может такого быть. Не верю я. Что он прям вот на какой-то ерундистике там набрал. Так, ну что, мы с тобой зарабатываем 5000 монет, верно? Верно. Что, еще разочек сыграем? Давай еще разочек. Мы, конечно, не будем с тобой играть все 20, там, сколько у меня перчаток, 22 или 23, все 23 игры, это перебор. Так, что-то хочется поменять, что-то такое поинтенсивнее взять.
Что-то ускоренное такое. А что ты тут возьмешь ускоренного, я не знаю. Такое вот массовое, крутое и быстро бьющее, быстро убивающее, я бы сказал даже. Виноград хорош, но он один раз выстрелил и все. Вот тень, в принципе, вот этот вот теневой. Но его надо ставить, естественно, лучше с лунным цветочком. Ну, и рис. Ну, вот так вот может быть, ребят. Попробовать. Что скажете? Или первая комбинация была лучше? Давай попробуем такую вот штуку замутить. Так. Ставим этих. Блин, я только сейчас увидел, что Голдблум-то я не взял. Молодец. Голдблум не взял, как я буду без солнечной энергии. Молодец, красавчик. То, что они мне эту подачку дают с неба, это фигня все. Да я так и понял. Да, у него уже 12 тысяч. Куда мне там, друзья, куда мне там? Ё-моё, я не знаю. 21 тысяча уже у него. Давай, бомбаш. Фига вас там. Ё-моё. Как мы там наяриваем. У нашего оппонента перегнали, прикинь. Хотя он начинал ну, начал с выигрыша, так скажем, позиции. А по итогу получается, что мы выигрываем. Вот и все. Офигеть у нас там. Просто вражинам ни одного шанса не даем. Вообще что-либо сделать. Кинь. Просто ничего же. 620-640 тысяч. Да. Интересно, можно лям взять? Рекорд на лям пойти. Мне бы хотелось. Давай теневые бомбим. Сколько там? 3 секунды. Нет, лям не возьму. Но вот такая комбинация меня больше устраивает, чем в первый раз была. Голд блумов набрал. Серьезно? На них на дни хотел что ли сыграть? Ну это глупо, мне кажется. Ой, голд блумов. Ну да, голд блумов и тигры. Ну давай еще последнюю. Видишь, у нас 22 перчатки. Хотя хотелось бы, конечно, здесь все эти пинетки, все это собрать. Бор. Против бора мы играем.
Я, наверное, вот так вот. Что у меня было, то я и оставлю. Так, и релод. Вполне, вполне, даже очень неплохо. Let's roll. Посмотрим. Ну, блин, ты энергии солнечной пока. Так, выставим сюда. Опять же, противник нас обставляет, как ты видишь. Не, ну эти тигры, конечно, крутые. Блин, ребят, вообще крутые. Чего ж там говорить. Действительно крутые вот эти вот тигры, они выскакивают. Чух-чух-чух-чух. Так, пока я фейлюсь, ну, проигрываю, грубо говоря, по очкам. Надо все это дело исправлять. Так, сколько, блин, мы еще, ребята, нет, отстаем. А еще, так сказать, не взяли рекорд. Но мы уже догнали нашего оппонента практически. Нет, опять он оторвался от нас. Но у меня просто нету столько противников, чтобы их запинать здесь, понимаешь, что дело? Вот я сколько есть, столько я бомблю. Все. Больше я здесь никого не вижу. Он уже там за 400 перевалил. Так что я не знаю как. Сколько есть, столько есть. Выше головы я прыгнуть не могу. Мы уничтожаем практически всех. Никого не оставляем. Так, 400. Давай сделаем так. Сюда Джека поставим. Все, я проиграл. Мне не хватило чуть-чуть, ребят. Буквально капельку. Что тут? Оставить? Да, оставить. Я хочу просто эту пиньяту забрать. А, я не посмотрел, что у него там была за команда, ё-моё. Не посмотрел, к сожалению. Проиграл, а не посмотрел. Да, я хочу также все это оставить, что у нас было. Погнали. Let's rock. Может быть, этих... тигров надо было ближе ставить сюда, чтобы они сразу как бы начинали бомбить, видишь? Они еще долго-долго выжидают. Да, видишь, противник уже начал, ребят, набирать, так скажем, очки. А мы с тобой еще пока ни слухом, ни духом. У него уже 2000. То есть он быстренько раскочепаривается, да, получается. Давай я поставлю ближе, просто гляну, будет это работать или нет. Так, что там у нас еще? Ну, сюда поставим поближе. Поближе. Мяу-мяу. Он не тигр, как прям котенок какой-то. Мурчит.
Так, меня опять оппонент, да, перегоняет? Да, пока перегоняет. Ну что, пора вылуплять, наверное, я так понимаю. Давай. Так, рис. Где ульта-то? Что-то я не вижу ни одной этой ульты. Она мне нужна. Так, давай-ка, Джек. Вжаривай их там всех. А вот и ульта. Погнали. Еще ульта. Так, на рис. Хорошо там взрывает. Так, Джек. Жарить их с лопатами, которые идут. Вон, вон, вон. Идут уже. Так, что у нас там получается? Ну, мы опередили нашего оппонента почти на 300 тысяч. Почти на 300 тысяч. Ну, смотри, у него уже есть и минитки второго уровня, причем прокачанные. У меня таких нету. Ну, вот я и пиньету добыл. Что там у нас из нее выпадет? Чертополох, который и так готов прокачаться. И все? И все? Так, и 20 тигров. Итого у нас 120. Еще нужно 130. 130, да. Это дофига. Ну, сколько событий длится? 27 дней. Месяц. За месяц, мне кажется, вполне можно, ребята, это все приобрести. Так, ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!